Всем привет, дорогие мои друзья, с вами я, Юрий Элек, общественный деятель и блогер. Рад снова вас всех приветствовать, мои дорогие подписчики. И сейчас я в данный момент еду в Москву на поезде Сапсан из Санкт-Петербурга. Что мне нужно сделать? Ну, во-первых, конечно же, встретиться со своей любимой девушкой в Солнечногорске. Она живет там. Я по ней скучаю, и она по мне тоже. Также, конечно же, я улетаю в свой родной город для того, чтобы закончить учебу и решить некоторые проблемы, которые надо мной сейчас нависли. Ну, просто вот как темные тучи. Я надеюсь, что все пройдет гладко. Об этом я чуть позже расскажу, что произошло. Ну и, конечно же, мне в Москве нужно сделать то, что я давно обещал. Это отправить в Генпрокуратуру письмо по ситуации с гибелью с Юрой Шатуновым. Это нужно сделать обязательно, потому что то, что если я что-то сказал, я обязательно стараюсь это сделать. Особенно то, что касается, ну, вообще нашей страны, да, потому что Юра Шатунов для меня это, ну, это все, это вся жизнь. И все мои подписчики, вот вы, дорогие друзья, ждут наконец-таки вестей по этой теме. И я также хочу отомстить всем, кто причастен к убийству Юры Шатунова. И я это сделаю, дорогие друзья. Вот сейчас вот так. Ну, мне еще ехать 3 часа. Вот, дорогие друзья, поэтому увидимся. До скорой встречи.